откроют наш турнир три боя андеркарда. Представляю вашему вниманию первый поединок в наилегчайшей весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Абатжон, азиатский волк Нематов. Начинаются выходы спортсменов. И сперва у нас наилегчайшая весовая категория. Дивизион до 57 килограммов. Абатжон Нематов против Адилета Ашимова. Итак, Абатжон на наших экранах. 19-летний боец из Самарканда по прозвищу «Азиатский волк». Сегодня Абатжон начинает свой профессиональный путь в ММА. Представляет он команду «Амир Тимур» и по базе является ударником. Кроме того, он чемпион Узбекистана по K1 и Муай-Тай. Так что с ударной техникой у этого парня все в полном порядке. Хорошие быстрые руки. Но опять же, первый шаг на профессиональном поприще – это всегда сложно с психологической точки зрения в первую очередь. Да и вообще открывать такой большой турнир – это особенная ответственность. Ну и представляет Абатжон знаменитую узбекскую команду. Не так давно в Бухаре состоялся турнир Brave CF, где был настоящий смотр лучших бойцов команды «Амир Тимур». В общем, есть что показать этому коллективу, и сегодня их молодой представитель. Молодой азиатский волк дебютирует на турнире ММА-серии. Но у нас сегодня будет не только азиатский волк, но и азиатский медведь. Но об этом чуть позже. Так, все в порядке с амуницией и амунированием. И Абатжон получает разрешение на вход в клетку. Вот так вот даже дверь перепутал. Очень важно собраться и не нервничать, не перегореть. В красный угол приглашается его соперник из Кыргызстана – Адилет Ашимов! А вот и соперник Абатжона Нематова. Адилет Ашимов на наших экранах по прозвищу «Самурай». 3 дня назад этот парень отпраздновал свой 21-й день рождения. Он из киргизского города Бактен, представляет клуб «Сапар». Адилет – призер чемпионата Москвы по муай-тай, чемпион Киргизии по ММА и К1. Так же, как и оппонент, дебютирует как профессиональный боец ММА, ну и, соответственно, дебютирует на турнирах ММА-серии. Таким образом, в этом поединке мы больше ожидаем рубку в стойке, быстрый подбор дистанции и надеемся, что парни не будут проводить длинную разведку, а сразу начнут выяснять, кто же сильнее, как говорится, по гамбургскому счету. Высокий парень Адилет Ашимов для категории до 57 килограммов. Рост 170 у него. Да и вообще Адилет выглядит покрупнее, чем Абатжон. Посмотрим, сыграет ли это какую-то роль уже в бою. Ну и получается у нас супер принципиальное среднеазиатское дерби. Киргизия против Узбекистана. Да, необходимо нанести красные ленты на перчатки. Именно в красный угол представляет Адилет Ашимов. Синий, соответственно, Абатжон. Небольшой нюанс, но все должно быть чин по чину. Итак, слово Гивет Ватвадзе. Боец
в синем углу. Ему 19 лет. Рост 1 метр 65 сантиметров. Вес 57,4 килограмма. Родом из Самарканда. Село Парик, Узбекистан. Представляет клуб Амир Тимур. Он чемпион Узбекистана по Муай-Тай и К-1. Сегодня у него профессиональный дебют. Встречайте, Абажон Ематов! По прозвищу «Азиатский волк». Его соперник – боец в красном углу. Ему 21 год. Рост 1 метр 70 сантиметров. Вес 56,5 килограмма. Из Киргизии. Город Баткен. Представляет клуб «Сапар». Он призер Москвы по Муай-Тай. Чемпион Кыргызстана по K1 MMA. И он сегодня также дебютирует среди профессионалов. Адилет Ашимов! Рефери в октагоне Павел Осокин. Павел Осокин рассудит Адилета Ашимова и Абажона Ниматова. Наилегчайшая весовая категория. 3 раунда по 5 минут. Поехали. В синем углу Абажон, в красном Адилет. Сегодня у нас практически все поединки будут в формате 3 раунда по 5 минут, за исключением поединка Якова Якимова. У него бой чемпионский. Ниматов сразу же занял центр клетки. Хорошая атака Адилета Ашимова. Немножко не подобрал дистанцию. Да, видно, что есть преимущество в размахе у Адилета. Еще раз отметим, что оба предпочитают больше ударную технику. Кикбоксинг, муай-тай, хороший лоу-кик. И здесь через руку попадает. Ашимов идет в борьбу. Заступить за ногу не получается. И здесь еще один боковой удар. Зашел точно в цель. Динамичный поединок, как и подобает весовой категории до 57 килограммов. И Адилет Ашимов переводит соперника на настил. Боковой контроль. Сразу же выходит фулл-маунт. Прекрасная позиция. И может развивать успех Адилет Ашимов по прозвищу «Самурай». У нас вообще получается «Самурай» против азиатского «Волка». Маунт становится все выше и выше. Практически на грудь уже переместился сопернику Адилет. Блокирует его правую руку. Там кровотечение, и здесь мастит, но все равно не может вывернуться Ниматов. Еще несколько ударов в голову прилетают. И справа, и слева. Бьет разными руками Ашимов, причем совершенно никакой возможности нет, чтобы выбраться у Абажона. Вот сейчас, принимая еще порцию попаданий, он все-таки выскальзывает из-под соперника. Тот пытается заблокировать его все-таки ногами. Получится или нет? Там уже настил заливается кровью. Там нос, похоже, поврежден у Абажона Ниматова. Чем он ответит? Локоть проходит у него. Очень эмоциональный поединок. Теперь уже Ниматов перехватывает инициативу. Пытается выбраться Адилет из-под соперника. Выкручивается. Ногу не забирает пока. Но только сейчас. Нет, там скручивания пятки не будет. И здесь корпусом продолжает накатывать. Ашимов забирает позицию. Хавгард. Очень близок он вновь к полному маунту. Да, сейчас задача, стоящая перед Адилетом Ашимовым, заключается, да, вот удается ему освободить ногу, и сгущаются тучи над головой Абажона Ниматова. Вновь соперник в фулл-маунте. Менее 3 минут до конца первого раунда. Все вернул на круги свои Ашимов. То есть времени предостаточно, чтобы финишировать соперника в этой позиции. Прижимается к нему Абажон Ниматов, но это не мешает Адилету продолжать вбивать удар за ударом в голову своего визави. При этом он голову как раз не отжимает от себя, а просто набрасывает справа. Удар за ударом. Вот сейчас локти на коротке тоже пошли. Маунт высокий. Сопротивляется, конечно, Ниматов как может, но продолжает получать урон. Времени еще огромное количество. Просто начищает справа Ашимов. Увеличивает темп. И здесь уже Павел Осокин в шаге от остановки встречи. Вот только сейчас Абажон начал пытаться мастить. Уже третье или четвертое замечание делает он Абажону о том, что необходимо защищаться более активно. Локти в разрез еще не пошли. Хаммерфист рубящий здесь по защите. Продолжает свои атаки Адилет Ашимов. Но сколько это будет продолжаться еще? Статистика тут сумасшедшая. Цепляться за сетку нельзя. Мастит. Пытается выживать Ниматов. 63 на 5. А именно такое преимущество. Почти, больше чем на порядок превосходит Адилет Ашимов оппонента под точным ударом. Но если не получается забить, может быть, попробовать задушить? Нет, пока не получается. Отключил руку.
И вот здесь продолжает набрасывать не сильные удары, но точные. Наделит Ашимов. Да, переходит к удушению. Пошел через руку боковой. Хороший контроль. Смотрим. Извивается здесь обосажен Нематов. Увеличивает давление. Ну, хватит или нет? Выкрутится, похоже. Обожжен Нематов. Вот это да. Да, два молодых парня у нас, у ударника, которые не сильно искушены в борьбе, скажем так. Но при этом Адилет Ашимов борется лучше своего оппонента. Именно поэтому удается ему раз за разом занимать великолепную позицию. А вот дальше, ну, разбивает, насколько это возможно, Адилет соперника. Потратил уже очень много сил, нанес серьезнейший ущерб обожжену Нематову. Но добить никак не может. Отдает спину Нематов. И пошел душающий прием. Необходимо растянуть соперника, разворачивает отделяться оппонента, и все кончено в этом противостоянии. В итоге удушающим приемом уже в первом раунде Ашимов вырывает победу. У самурая все получилось как нельзя лучше. Ну и абсолютно ничего в этом поединке не получилось у обожжена Нематова. Не смог он продемонстрировать сегодня свои лучшие качества, а все благодаря тому, что тренерский штаб Адилета выбрал абсолютно верную тактику. Решили ребята из клуба «Сапар», что лучше побороться в этом поединке, и ставка сыграла на 100%. Прекраснейший дебют Адилета Ашимова. Да, брутальное избиение учинил он обожжену Нематову. Пожелаем здоровья этому 19-летнему бойцу из Самарканда. И также пожелаем Нематову не расстраиваться. Это спорт. Да, сегодня получилось очень брутально все у Ашимова. Проиграл Нематов в одну калитку, но его дорога в качестве профбойца только начинается. И за 9 секунд до конца первого раунда победу удушающим приемом в своем дебютном поединке одержал боец красного угла Адилет Ашимов! Поздравляем еще раз Адилета с этой победой. Бодрое начало турнира ММА серии 53. То ли еще будет. Кстати, мы посмотрели единственный бой в этой весовой категории в рамках сегодняшнего ивента. И давайте посмотрим еще раз, как это было.